Новые технологии с отметкой «Сделано в Германии» намерены внедрить немецкие компании в Азербайджане. Перспективы сотрудничества они обсудили в Баку в ходе германо-азербайджанского форума по устойчивому развитию на тему «Возобновляемые источники энергии в Азербайджане». Выступления посвятили устойчивости и инновациям в этой сфере, технологиям хранения энергии, которые являются ключом к устойчивому энергоснабжению. Я вижу будущее сотрудничества Азербайджана и Германии в сфере альтернативной энергетики в позитивном ключе. Мы все должны работать для этого. За этим стоит будущее. Электрическая энергия, вырабатываемая на ископаемом топливе, станет переходной технологией к этому будущему. В условиях нынешнего экономического климата сотрудничество между нашими странами будет укреплено. Немецкие компании обладают широкими знаниями в области инженерии, архитектуры, возобновляемых источников энергии. Они могут внести свой вклад в развитие данного сектора и на освобожденных территориях Азербайджана. Мы готовы рассматривать там условия и составить какой-то мониторинг или измерение условий. В течение этих 20 лет уже реализовали целый ряд проектов. Например, мы участвовали в строительстве 3 мультимегаваттных ветроустановок на полигоне. Участвовали еще в разных проектах. Мы как разработчик проекта, то есть project development, разрабатываем в настоящее время и занимаемся проектированием большого мощного ветропарка 66 мегаватт. Участникам форума рассказали о процессе превращения Карабаха в зеленую зону. Уже восстановлены 4 малые гидроэлектростанции. К концу года за счет частных инвесторов планируется восстановить еще 18. Территория обладает большим потенциалом для развития солнечной энергии. Среди приоритетов превращения Азербайджана в зеленое пространство. Реализовать поставленные цели входит в ответственность Министерства энергетики. К 2030 году Азербайджан должен увеличить мощность возобновляемых источников энергии на 30%. Однако этот показатель, к которому мы стремимся в ближайшие годы, будет еще больше увеличен. Представители немецких компаний презентовали проекты, которые реализуются в Германии для развития альтернативной энергетики. В их числе и немецкая инициатива энергетических решений, которая помогает компаниям выходить на зарубежные рынки. Здесь, в Азербайджане, я вижу, что люди находятся в поиске инноваций. Это хорошее начало для геополитических вопросов, с которыми вы прекрасно справились. Я думаю, что у нас много возможностей для сотрудничества. Ранее у нас не было проекта в Азербайджане. Я бы очень хотела, чтобы наша компания стала частью работ по реконструкции, которые идут в Карабахе. Я, к сожалению, там не была, но слышала, что это очень красивое место. Развитие этой территории – большой уникальный проект. На полях форума состоялся обмен информацией о сотрудничестве с немецкими поставщиками технологий. Представители немецких и азербайджанских компаний провели встречи в формате B2B. Эсмира Алиева, Фарид Лачинов, CBC.